Сьогодні в програмі: що таке партнерські пологи? Як відбувається адаптація чомучок в дитячому садочку? Які страхи з'являються в підлітковому віці? Поради спеціалістів. Останнім часом партнерські пологи набули розповсюдження. Це коли біля породіллі знаходиться хтось із близьких їй людей. Кого зберет із сім'ї або подругу, предположим, не із сім'ї, роженіться, це вже її діло. Для цього требуються некоторые обследования, флюорографія, кров на РВ і посев із зева. Вот тот, хто пойдет в родильную палату з женщиной. Также это в роддомі для посещающих нужны эти анализы. Тогда им вход в родильный дом беспрепятственен. Но здесь надо рассмотреть. Какая-то женщина изъявляет желание, чтобы ее кто-то сопровождал, но какая-то не изъявляет. И нужно подходить не насильственным путем к этому случаю, а подходить, чтобы удовлетворять желание самой роженицы в первую очередь. Деякі жінки категорично проти такого виду пологів. Она идет на роды, то есть на дело, и она концентрируется сама и не желает, чтобы кто-то шел с ней. Она в окружении все равно медработников. Никто, конечно, по стойке смирно рядом с рожающей женщиной не стоит, это много часов, а есть еще другие. Вот. Но если необходима будет какая-то помощь дополнительная, предположим, или мало ли что случится за эти множество часов, то она без помощи, естественно, не останется. Буває навпаки. Чоловік проти. Нельзя перегнуть палку, потому что у мужа тоже есть своя психика, которая тоже может впоследствии нарушаться. Я видела такие ситуации, которые муж, просто спрятавшись в угол, как ребенок забившись, боялся смотреть то, что происходит в этой палате. Вот. Женщина от этого и чувствует конфуз, потому что он не гладит ее по животу, не целует ее в пяточку, вот, то, что она от него ожидала, а стоит вот так уткнувшись и боится повернуть глаза или их вообще открыть. Вот. Либо здесь неподготовленность моральная перед родами, вот такая была, то есть с ним, сейчас же интернет есть и фильмы есть, вот каждый день беременности можно посмотреть, что это будет, можно роды посмотреть, все что угодно. Но некоторые мужчины все же не готовы к этому. Тому, якщо ви не впевнені, краще не ризикувати. В основному йдуть, охотно йдуть. Ну, може бути, жінка його в такі рамки поставила, що ну, попробуй не пойди. Вот. А так ходять і з сестрами, ходять і з подругами, і з мамами, і взагалі всю деревню приводять. До речі, слід із особливою обережністю поставитись до партнерських пологів із мамою. Обычно, когда планируются партнерские роды, семья договаривается с доктором и говорят, что вот мы бы хотели вот так-то и так-то. Вот. И доктор тоже, он же прошел через многое, он видит, что там очень эмоциональная мама может быть. Может быть, он как-то аккуратно. Вот. Бывает такое, что мешают, естественно, что бывает. Бывают роды не так пошли, естественно, что все это не очень сильно всегда... Да, застрадало сердцебиение, можете себе представить. Конечно, докторам нужно свои действия сделать, а здесь вот у нас вот столько родственников. С одной стороны, хорошо, они видят, что делают доктора, а с другой стороны, они немножко мешают. Та все ж таки у партнерских пологах есть свои плюсы. Женщина тогда свое внимание от своих схваток болезненных отвлекает несколько. На разговор там с мамой, с подругой или там... понукание мужу, вот, и переносит вот эти схватки болезненные несколько легче. Ну, что это называется, вот отвлечение, скажем такое, отвлекающая терапия. Вот, но в момент вот рождения непосредственно ребенка в основном всех отодвигают на второй план, они тут уже не первая скрипка, посидите там, вот, ну, пусть родится. Родился, мужу могут предложить ножницы перерезать пуповину, но если он, конечно, не упадет в обморок. Вот, и такое, что вот он
своей жизни будет помнить, что он вот этому мальчику или этой вот девочке там перерезал пуповину, вот, и держал на руках первые секунды рождения. То есть это такие вехи, которые запоминаются, как правило, и папой, и мамой, вот, и если даже этот брак когда-то распался, то этот папа все равно уже будет папой, вот. И он будет это помнить всю жизнь. Но когда родился уже ребенок, когда он на груди у матери, естественно, что зовутся члены семьи, пожалуйста, все смотрят, ну, женщину там прикрыли культурно, вот, и все радуются. Однакових людей не буває, і кожен малюк адаптується до нового місця по-різному. Фахівці виокремлюють три ступені адаптації чомуджок. Важкий ступінь триває від 2 місяців і більше, на жаль. Діти болісно переживають зміну умов. У них можливі нервові зриви. Вони часто хворіють на вірусні інфекції. Ну, в таких випадках контактувати з дитиною можна лише за допомогою батьків. Зазвичай такі діти не самостійні, швидко втомлюються, ігрові навички в них не сформовані. У досвіді таких дітей – прояв авторитарності, жорстокості дорослих, що спричиняє стрес. Недовіру до вихователів або цілковите ігнорування його та інших дітей. Сонний апетит погані або вони зовсім відсутні. Так, буває і так. Середній ступінь протягом 2-3 тижнів. Діти переживають зміну умов без серйозних нервових розладів. Зацікавлення грою змінюється байдужістю, врядуванням. Малятам бракує довіри у ставленні до вихователя, до інших дітей. Навички гри та спілкування розвинені недостатньо. Діти мало ініціативні, менш самостійні, ну і здебільшого залежать від дорослого. З боку батьків простежується нестабільність у спілкуванні. Доброзичливі привітні звертання змінюються на крик, погрози або ускладнення вимов. От легка адаптація. Протягом 10-14 днів проходить. Для таких дітей процес адаптації легкий, безболісний. Вони комунікабельні, самостійні. Спілкування батьків з ними доброзичливе, привітне. Головною умовою успішної адаптації дитини до дитячого садочка є єдність вимог до малюка в сім'ї та в дитячому закладі. Шановні батьки, запам'ятайте, будь ласка, що на адаптацію до дитячого садочку дитині потрібен час. Тому треба розрахувати свої плани, можливості. І краще, якщо в сім'ї буде можливість підлаштуватися під час адаптації вашої дитини до дитячого садочку. Тобто, почніть заздалегідь привчати дитину до режиму дня – знайомити з особливостями дошкільного навчального закладу, а також перші дні забирати малюка раніше додому. Кожному з нас знайомі почуття тривоги та страху. Чувство страха – это нормальная реакция на какую-то опасную ситуацию в нашей жизни. Если мы его осознаем, понимаем, откуда он пришел и для чего он нам нужен, справляемся с ним, идем дальше, то это нормально. Детские страхи, они немножечко отличаются от взрослых страхов. И сегодня мы с вами попытаемся разобраться, в чем же отличие детских страхов и что именно характерно для детских страхов, как их выявлять, как родителям понимать, что у ребенка именно детский страх, нормален ли он, возрастной ли он, потому что каждому возрасту ребенка присущи свои детские страхи, которые нормальны для этого возраста, они адекватны и они проходят через время. Поэтому если родители что-то замечают у своего ребенка, необходимо понаблюдать, а не сразу бить тревогу, что мой ребенок чего-то боится, все это катастрофа. Які страхи притаманні дітям 11-13 років? Это страх поражения, страх каких-то необычных своих поступков. Это страх
о потере личных вещей. Почему-то дети в этом возрасте, это нормальное как бы явление, да, что боятся потерять свои вещи. Это страх собственной внешности и как следствие привлекательности. То есть привлекателен ли я? Дети очень боятся, что они могут оказаться непривлекательными, что их внешность какая-то не такая, и поэтому как бы к ним будут нехорошо относиться. И опять же, страх, очень сильные могут возникать страхи критики со стороны взрослых. Страхи смерти и болезней здесь уже может как бы опять возникать. Если в 5-6 лет этот страх впервые только возникает, то в 11-13 лет он может носить повторный характер, потому что у ребенка уже появляется больше знаний, да, и больше опыта, и страх может вернуться. В підлітковому віці з'являється соціальний страх. Социальные страхи, они немножко имеют другую природу, потому что социальные страхи – это то, что нам навязывает общество, в принципе. Социальные страхи возникают тогда, когда подросток начинает понимать, что я не соответствую, например, каким-то ожиданиям общества, да, которые общество предъявляет мне какие-то требования, я им не соответствую, допустим. Я не такой успешный, как хотят видеть меня родители. Я там не умею общаться со сверстниками. Меня не любят девушки, да, как бы очень часто для подростков является серьезным социальным страхом, что я не умею общаться с противоположным полом. И ребенок-подросток либо учится его преодолевать, либо на нем зацикливается. Вот как только происходит зацикливание, это уже говорит о том, что необходимо обращаться за помощью к специалисту. Если ребенок учится его преодолевать, как-то в себе это трансформирует и выходит на новый уровень, значит, все замечательно, он смог с ним справиться. Вот родителям нужно понимать вот эту тонкую грань. Преодолел ли страх ребенок, или все-таки он у него засел, и периодически он мешает ему жить, потому что наши страхи, они во взрослой жизни мешают нам жить. Мы очень часто чувствуем себя неуспешными, неудачниками именно по причине в своё время непроработанных страхов. З плином часу дорослі забувають, коли і чому з'явився той чи інший страх. Ребенок, допустим, чего-то испугался, оно зафиксировалось, да, и он забывает об этом. А в взрослой жизни ты продолжаешь этого бояться, но не понимаешь почему. Так вот, нужно найти вот ту самую первую причину. Ту самую первую ситуацию, которая и, ну, при которой возник страх. И тогда уже прорабатывать ее.